Угловой. Стасевич. Подача в штрафную. Отбиваются как могут футболисты Бреста. Капитович, удар! Нужно добивание! Две бисеклеты, но не отбились футболисты Бреста. Удар, теперь и гол! Борисовский Бате забивает на самой последней уже компенсированной минуте этого финального матча. Смотрите, уже все высыпали на поле. Весь персонал, все запасные тренеры борисовской команды. Это финал. Остался на своей позиции главный тренер Бате Кирилл Ольшевский. Ой-ой-ой-ой-ой, что происходит на футбольном поле? Убитые горем футболисты Бреста продолжают, да даже не в полном составе уже те, кто выжил, подходить к Амину Куркхели и оспаривать этот момент. Мы обязательно посмотрим. Это Волков, Захар Волков забивает этот, ну я уже, наверное, без сомнения скажу, что золотой мяч.